И там вроде хватит. И одно дерево. See you later, fucker. А, куда? Куда, сука? Да уж. Так, я его лишь подойду. Минус еще. Давай, блядь. Минус. Ебать их тут! Повылезали ее. Нам, кстати, как раз взаимодействовать с тем радио. Поймаем волну. Это радио или еще Чигейгера? Я не понял. Хлам сраный. Правильно, починим по-русски. Ну, починил, молодец. И чё дальше? А, теперь ты чинишь. Так, ну сломал, и чё теперь? 80 из 230, ебать. Это охуенный саундбар, я сейчас скажу. Система... Сейчас, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Короче, один станет. Вот, 12-1. Короче. Так, X написано. А, вот, да. Разместить. Ебать в рот. О, микроволновка. Окей. Чё с пистолетом? Ебать, анимация. Я послал силу. О, рыбка. Не поймал. Ох, нихуя ты там наловил. Топовый рыбак, слушай. Повезло. Угу. Во. Как-то так. Дырку же угля, походу, прожгло. А, блядь, куда побежал, сука? Ебать, они бегают. Какая жесть. Я не понимаю, я ему вообще снимаю? Ну, вроде, кстати, похоже на то, что снимаю. Маленьку! О! Он меня на ель закинул. Я ему снял одну бластину. Он мне ничего сделать теперь не может. До свидания. Я багаюзер сраный. А, вот сейчас не повезло. А, кстати, три химиката, не, я бы не сказал, что не повезло. Это что за хуйня? Блять! Так, чувак, тут как из Borderlands, такая же хуйня, возможно, я понял. Там рубильник, да, надо дернуть. Дай угадаю. Ну как же иначе? Сразу видно, игру русские делали, чё? Ну. А вон еще горючка. Впереди. Не вижу пока. Ну вот я стреляю в него. Пострелять в горючку. Почему бы и нет? Звучит как отличная, сука, идея. Идея на премию Дарвина, да. Да. Да он просто ебать, ты чё? Чинить аппарат. Угадай, чем. Ну ладно, хотя бы так. Тут еще одна мина, погоди.
А нас вовремя застопер. Тут мин дофига. Я стрелял в сгусток лута, но передо мной рыбка пролетела. Ну, халявный жир, чё бы нет. Так, а где он там? Найти его надо. Ну, он, по-моему, сидит ещё, если мы не приглашали. Вот он сидит, да. Только ты смотри, ты его... А, его нельзя на руки взять, его пора пригласить надо. Да. Ну, короче, запомни, как он выглядит. Вон с тортом на башке, видишь? И покорми. Читаю пророчество. Манок для пиявок. Частота пиявок плюс 15%. Ниже написано. Аннигилятор. Альтернативный режим огня. Стрелять из пророчества — это прям наше все. Хорошо. Я тебя пророчеством ушатаю, слышь. Найс. Nice. Сундук моряка закопать. Откапал, откапал. Теперь давай обратно. Э, ты куда? В смысле? А! За что? Так, ладно, я заверну на самом деле от шторма. Ну не! А, ты скелет! В смысле, почему ты скелет? Не знаю. Жесткий тип. Погоню нахрен. Бегает скелет тут по палубе. Что-то очень долго стало думать. Не могу найти то, что вам нужно. Загляните позже. Спасибо, на. Раскупили лопаты. У нас что, лопаты типа это? По предзаказу приезжают? Они пасы больше. Больше и больше, они не тратятся и не тратятся. А ее можно отпить? А, можно, я понял. Можно. Вас обнаружили. Стоп, родной криминал скам. А хуй нас овца спит. Подожди, это не наша овца же. Лол. Он тут пристроился, смотри. Пристроился и спит. Издевенец сраный. О, зато овца бежит помогать. Реально через всю карту, что ли, хуярит? А, он там стоит почему-то. А хуй ты помогаешь, слушай. Поддержка такая, да? Типа, давай, у тебя все получится. Ты лучший. Сволочь. Нихуя там поливает пингвин. Ох, нихуя, ты кто такой, тамбат? Тамбат, батяня, батяня, тамбат. Ясно, ладно. У нас сейчас дохуя камня добывается. А депресса вообще так мне нравится, как он добывает. Такой, да пошли вы все, заебали, блядь. Заставляют пахать тут. Блин, хуй ты кровать свою поджигаешь, слышь? Ты не туда стреляешь, блин. Смотри, как Лин добывает дерево. Ну, он просто на хэви-метал концерте. О, да. Тут целая катсцена. Да, целая катсцена. Это кто? Янка. Заебись. Так краситься уже не модно. Это что-то из 7-го года. Ягоды, наверное, съели, а там одна только была. Не, ягоды не съели. А почему?
чем вам ягода не нравится, хуй яичницу жрёте. Прикинь, курица яичницу будет хавать. Ёбаный в рот. Мы вообще изверги. А, куда? Что? Что происходит, блядь? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. А, мой олень пошел добывать лес. Там теперь два металлхеда башкой бьются. Выглядит так, как будто я его глажу. Овца создает седло, а я ее глажу. Хорошая девочка. Ебать, он выжигает. О, нож для резки мяса. Нож для разделки палов. Нормально. Ну да. Во время использования команда погладить меняется на разделать. Ай, какой кошмар. А, такой шлем? Ну ладно, допустим. Монобровь, блядь. Все, у тебя вазген. Того. А ты его на базу просто поставил, там, Мараита? Нет, я его в этот загон еще хочу свои. А, ты его... Все, понял. С Руби соединяешь или что? Нет, не с Руби, а со своим волком, но волк спит. А. Ну, у волка есть дела поважнее, я понял. Ебать, он еще как-то... Тюлень сраный. Вот теперь холодно хотя бы просто. А, нет, холодновато должно быть, да. А, она спать легла, хули. Прям там. Я все заебало. Че он носится, как угорелый по базе? Слышь? Что работа есть. Погладить его. Так, ладно. Я не хочу знать, что она с ним сделала. Ладно. Извращенец. Ты сам бы просил. Меня подставили. Я ничего не знаю. Я не такая. No.